Участников боевых действий вооружат маршрутными листами. Медицинскую памятку для ветеранов создадут в Центре восстановительной терапии «Русь» клинического медико-хирургического центра Омской области. Это своего рода инструкция, в каких медучреждениях и какую помощь могут бесплатно получить защитники Отечества, а также члены их семей. Сегодня бойцы, служившие в горячих точках на Северном Кавказе, участники войны в Афганистане, ветераны Великой Отечественной зачастую просто не знают, куда обратиться за медицинской помощью, а поиски только отнимают время и не позволяют вовремя начать лечение или реабилитацию. Особенно это касается жителей районов области. Эти ребята, эти бойцы, эти ветераны уже точно не будут блуждать по городским больницам, искать помощи в районных больницах, той, которую там оказать порой не могут. Они сразу оказываются здесь, потому что мы постоянно пытаемся наладить маршрутизацию.